Спустя 2 минуты после начала поединка была заброшена первая шайба. Счет открыли хозяева льда стараниями Андрея Сигарева. Но еще через 1,5 минуты на табло уже красовалось 1-1. Виталий Каменев успешно реализовал первое большинство Тароса. Едва успел начаться второй отрезок матча, как все тот же Каменев, но уже в равных составах вывел нефтекамцев вперед. Хозяева площадки ринулись догонять соперника. Чтобы добиться успеха, Андрею Прибыльскому потребовалось всего 1 минута. И счет на табло вновь сравнялся. 2-2. На экваторе поединка гости опять вышли вперед. На этот раз у Тароса отличился Никита Асылаев. В середине заключительного периода «Динамо» нивелировало преимущество нефтекамцев. Заброшенной шайбой отметился Никита Пухов. Но одолеть неуступчивых гостей не получилось. В оставшееся время Тарос еще дважды поразил ворота «Динамо». Эльдар Абдеев и Иван Манин сняли вопросы победителя встречи. Итог 5-3 в пользу гостей. Следующая игра также пройдет в Петербурге. 11 января Тарос сразится с командой «СКА Нева».